Всем привет! С вами дневник системного администратора, и сегодня я хочу поговорить о том, на что влияет количество ядер самого процессора. Часто все задают вопрос, на что влияет количество ядер в процессоре. Хочется сразу сказать, на производительность компьютера. Но это настолько сильное, как бы сказать, упрощение, которое становится постоянной ошибкой. Проблема в том, что неправильное понимание сути многоядерности приводит к финансовым потерям. Пытаясь увеличить производительность, человек тратит деньги на процессор с большим количеством ядер, но не замечает разницы. Давайте разберемся, что такое многоядерность и многопоточность. Вы обратили внимание на особенность процессора, например, Intel? В стандартных инструментах Windows отображается разное число ядер. Это обусловлено работой технологии Hyper-Threading, которая обеспечивает многопоточность. Чтобы вы больше не путались в понятиях, разберемся раз и навсегда. Многоядерность – это когда чип оснащен несколькими физическими архитектурными ядрами, и их можно увидеть и потрогать. Многопоточность – это же несколько одновременно обрабатываемых потоков информации. Ядро может быть физически одно у вас, но программные технологии на его основе создают два потока выполнения задач. Два ядра, бывает четыре потока, одно ядро, два потока. Итак, давайте разберемся, как влияет количество ядер на производительность. Увеличение производительности на многоядерном процессоре достигается за счет разбиения выполнения задач. Любая современная система делит процессор на несколько потоков. Даже на одноядерном процессоре так достигается та самая многозадачность, при которой вы можете, например, слушать музыку, набирать документы и работать с браузером. Очень любят и постоянно используют многозадачность следующие приложения. Это такие, как кодировщики видео, дефрагментаторы, архиваторы, медиапроигрыватели. Важен принцип разделения потоков. Если компьютер работает на ядерном процессоре без технологии Hyper-Threading, то операционная система производит моментальное переключение между потоками. Так что для пользователя процессы визуально выполняются одновременно. Все действия выполняются в течение миллисекунд. Поэтому вы не видите серьезной задержки, если не нагружать, конечно, сильно центральный процессор. Если же процессор многоядерный или поддерживает многопоточность, то в идеале переключений не будет. Система посылает на каждое ядро отдельный поток. В результате увеличивается производительность, потому что нет необходимости переключаться на выполнение другой задачи. Но есть еще один немаловажный фактор. Поддерживает ли сама программа эту многозадачность? Система может разделить процессы на разные потоки. Однако, если вы запускаете очень требовательную игру, но она не оптимизирована под работу, например, с четырьмя ядрами, но никакого прироста производительности по сравнению с двухъядерным процессором у вас не будет. Разработчики игр и программ в курсе об этой особенности, поэтому постоянно оптимизируют коды под выполнение задач на многоядерных процессорах. Но эта оптимизация не всегда успевает за увеличением количества ядер. Поэтому не стоит тратить огромные деньги на самые новые и мощные процессоры с максимальным возможным числом поддерживаемых потоков. Потенциал чипа не будет раскрываться в 9 из 10 программ. Вы спросите, так сколько же выбрать ядер? Прежде чем покупать процессор, например, 16 ядрами, подумайте, потребуется ли для такого количества потоков для ваших задач, которые вы будете ставить перед вашим компьютером. Если компьютер приобретается для работы с документами, там, серфингом, интернетом, прослушиванием музыки, фильмов, то вам хватит вполне двух ядер. Если взять процессор с двумя ядрами из верхнего ценового сегмента с хорошей частотой и поддержкой многопоточности, то не будет проблем при работе с графическими редакторами. Если вы покупаете машину с расчетом на мощную игровую производительность, то сразу ставьте на 4 ядра минимум. 8 ядер с поддержкой многопоточности. Самый топ с запасом на несколько лет вам хватит. 16 ядер это, конечно, перспективно, но велика вероятность того, что вы не сможете раскрыть полностью потенциал вашего чипа. Как я уже говорил, разработчики игр и программ стараются не отставать от прогресса процессоров, но пока огромные мощности просто не нужны. Например, 16 ядер подойдут пользователям, которые занимаются рендерным видео или же серверными вычислениями. Да, в магазинах такие процессоры называются игровыми, но
Это только для того, чтобы они продавались. Ведь геймеров вокруг больше, чем тех, кто, например, занимается рендерингом видео. Итак, давайте разберем. Преимущество многоядерности может заменить только при очень серьезной вычислительной работе в несколько потоков. Если условно игра или программа оптимизирована только под 4 потока, то даже ваши 8 ядер будут бессмысленной мощностью, которая никак не повлияет на вашу производительность. Это получается в том смысле, что, например, если ваша игра требует только 4 ядра, например, а у вас 8, то, естественно, ваш процессор будет простаивать. Но если же вы, например, будете параллельно запускать какую-то музыку, какое-то видео смотреть, например, и играть в игру, тогда будет потенциал вашего процессора раскрываться на 100%. Будут загружаться остальные ядра. Но если вы выбираете, например, только под игры, например, под конкретную, то, конечно, у вас не всегда будет раскрываться потенциал вашего процессора. В принципе, ребят, на этом все. Понравилось видео, поставь лайк, подпишись на канал и напиши свое мнение, пожалуйста, в комментарии.